Радоница – православный праздник, когда принято посещать могилу усопших, в этом году выпадает на вторник, 7 мая. Для удобства ивановцев традиционно организуют автобусные перевозки к местам захоронений. Всего на эти цели выделено 60 транспортных средств. Стоимость проезда составит 21 рубль в городе и от 30 до 33 рублей за его чертой. Как и в Пасху, автобусы будут прибывать и отъезжать по мере заполнения. Отправка будет осуществляться с трех разных остановок. Три направления у нас. От остановки общественного транспорта на Карла Маркса направление кладбище Богородское, с площади Пушкина Балино и с улицы Багаева направление кладбище село Новоталицы. По этим направлениям посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех остановочных пунктах.